Всем привет, дорогие друзья, с вами Швиль, мы играем в наш любимый Clash Royale, сейчас видосики пойдут подряд, все, и у нас, что у нас, ну, у нас золотая лихорадка, и мы, я, конечно, попытался, ну, как бы, колоду сделать боевую, у меня скоро 13 левел орда миньонов, но у меня нету бабосов на нее, как-нибудь я... Тоже запилю видосик. Здесь, кстати, постоянно у нас карты просит. Я отдал свою же карту, которую обычно прошу. Жестко. Ладно. Здесь мы запросим Пеку. Все, Пеку нам дают, и главное. Все никак не могу выиграть. Знаете, я пробовал использовать спарки вместо этого. И заморозки. Давайте сейчас также и попробуем. Спарки заходят, но, блин, если есть молнии эти сраные, все, спарки вообще в говне в полном. Мы играем сейчас после 12-х левелов, на 12-х. Против 12 левел, да? Это тоже очень сильно влияет на это. Вот что сейчас вот, против спарки. Он вроде сейчас стукнет два раза. Вот. Ну, раз. Вот, давай посмотрим. Спарки убьет точно, 100%. Но мы сейчас... Получается, убьем его вышку и кинем мега рыцаря. То есть мы убили скелетона и все. Спарки мы убили только скелетон. Скелетон не выдержал нашего спарки. Дальше мы кидаем, наверное, колдуна, я думаю. Потому что сейчас, возможно, массовика какого-нибудь кинет. Нет. Кстати, хорошо, что я сейчас могу этим... Блин. Эх, нет. Я думал, что я сейчас полечу наверх. Ну, то есть прыгну до ледяного вот этого чувачка и смогу его завалить. И на меня бомба не повлияет. Но я ошибся. Я ошибся. Давай-ка орда миньонов. Сейчас не знаю, кто будет против ордов. Против ордов выйдет. Ну, он так себе все-таки даст он нам пробить урон. До 1800. Сам я не знаю, что сделаю. Сейчас, возможно, кину мега-рыцаря, который хлопнет его. Ой, кстати, сейчас... Да, сейчас даст, продаст он. Круто. Завершил он небольшую ошибку. Точнее, я, может быть, такой небольшой тактический холд сделал. Что вот так все приключилось. Так, ты сам... Спарки сейчас его убьет, кстати. Можно было не париться. Блин, надо было... Блин, кстати, что-то я притормозил. Теперь я, ну, ступил. Мог сделать по-другому. Просто-напросто. Ну, не ступил, то есть продамажил, дал продамажить, получается. Ему дал продамажить вышку, если у него была какая-нибудь добивающая магия. То мне был крандец. Все, я получил золотой сундук. Кстати, надо музыку тоже выключить. Не люблю играть. Сразу разблокируем. 1200. И у нас 1169. Сейчас в парке немного зашел. Ой, теперь мы по 10 левелу. Ну, не факт, что это будет легко. Но хотя бы вышки в равных долях. В равных хп. Мега миньон. Проходит. Он пройдет мега миньон. Я не думаю, не стоит, наверное. Вот так вот, знаешь, как сделать? Вот так вот можно. Блин. Ладно.
Ой, нет, у него Спарки у меня в этот раз не зайдет. Ему Спарки крайнец, потому что это вообще антиспарки, а любая молния вообще просто тормозит Спарки конкретно. Поэтому будем... Блин, ну, ё-моё. Хоть одну кинет? Нет. Не кинул. Вот и думаю. Вытаскивать спарки? Нет. Если сейчас он кинет, конечно, какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь, что он не повлияет на спарки. Ну, это навряд ли. Он такой, о, нифига. Давай кинем. О, выстрелит один раз все-таки. Выстрелил. Знаешь что? Я, наверное, попробую пеку сюда кинуть рядом. Потому что он, возможно, кинет, да, эту фигню. Блин, ну вот... была идея хорошая. Блин, не зашла. Не закрутилась. Была идея очень хорошая. В плане того, что он сейчас бы кинул. Он мне даст пробить. Да, смотри-ка. Дал. Тогда вот этого мы кинем. 1100 она дал пробить. Но этим я тоже немножко покоцаю до 1500. Лет. Да, он пробьет все равно моего. Ладно, фиг с ним. Сюда спарки кидаем тогда. Потом сразу этого. О, дал пробить. Так, здесь он дал пробить. Здесь, блин, 19 хп. Здесь тоже мало. Пускай пройдет. Блин, 10 хп и чё? Блин! А-ха-ха! 618. Блинский. Это была, кстати, хорошая попытка. И спарки у меня зашел, он пробил. Но. Не повезло, потому что я бил не ту вышку, считаю, а потом пробил по той. Ну, из-за того, что у меня там было больше мобов, не оставалось ничего делать, кроме такой ход придумывать. Сейчас 11-й левел против нас. Мы кидаем разбойников. Потихонечку, не торопясь, начинают идти на него. Он шахтера кинул. Шахтер чистый, не знаю, для чего. Он может кинуть. У него два массовика. Антимассовика, да. Сейчас они подойдут поближе. Мы прям... О, как раз. Бамс. Бамс. Вот. Другое дело. Массовика сейчас он, наверное, их кулданул. Сейчас у него их не будет. Ну, по крайней мере, я не знаю. Сейчас может колдун остановиться успеть. Но мы пробьем ему вышечку. Та-та-ра-та-та-та. Та-ра-та-рат. Это хорошая попытка была. По левой стороне. Так что кидаем спарки. Потихонечку, торопясь, спарки будут идти. Ох ты хорош. Блин, так-то он нормально пробил. Только сейчас не знаю, против кого он спарки поставит. Спарки прошел. Я бы сказал, даже неплохо прошел. На три вышки у меня прошел даже. Не знаю, зачем он это сделал. Но мы выбили. Еще разочек сделаем. У нас искатель арены 13. 12 левел. Ну вот начинаешь чуть-чуть больше. Прям вот в арену впираться в другую, то все уже. Все. Там уже 12, 13 левел у меня попадались. Вообще жесть. Это уже все по 13. Ну конечно там
Блин, кстати, надо это кинуть. О, мне сейчас как раз. А, 1200. То есть я немного закоцал, но не так, как хотел. Здесь он тоже немного закоцал. Даже вот он меньше меня закоцал, получается, по ХП, но жизни по факту у меня меньше. Ладно. Кидаем спарки. Не знаю, кто сейчас зайдет вместе с ним. Фиг, мы сейчас кинем скелетику сюда. Блять. Ну все, да. Если не кидать никого антиаира, то любой антиаир вообще зайдет против спарки. Поэтому лучше кидать вместе с колдуном или кем-то еще. Опять же, он, видишь, прошел по левой стороне. Чутка. Кидаем мега миньон. Ой, мега рыцаря. У него есть вообще очень большие задатки в плане того, что он может моих мобов очень сильно покоцать. Так, ладно. Это уже понятно. Здесь ничего не сделаешь. По левой стороне. Так, сюда. Сюда кидаем. Сюда кидаем. О, он все-таки кинул. Блин. А! Нет. Здесь не зашел у меня, получается, чувачок. Его. Ладно, 1300 здесь, 1200 там. Ладно. Кстати, он даже это... Все равно. А, 12 левел, блин, пробьют, да? Сейчас неплохо так пробьют. Я вот все склады здесь одинаково пробьют. 400 с лишним, блин. Что делать? А, нет. О. Ну, 1300. Так, сюда пробиваем. Вот. Так, делаем здесь задаток. Блять. Нет, там остался только ровно этот. Ладно, пускай. Блин, ну капец. Я не знаю, что делать. Да, у меня стоит 1100, 1200, 1400, а, 400, 200, 450, 400, 250. Я не могу, 250, там 13 начинается, и все. Вроде ничего такого, ну, блин, спарки очень сильно, конечно, контролируются, капец, как контролируются, ну, не знаю, у меня все не могу я совладать, можно попробовать принцесску. Давайте попробуем принцесску. Но у меня уже массовик один есть. Блин. Принцесска, она... Тоже надо заходить. Ну, давай попробуем принцесску. Меньше она. Последний разок с принцесской попробуем. Вот 10-й левел. Сейчас он даст
Любому молнию даст. Да? Рискуешь всегда так, то, что он может дать молнию. Думаешь, ну и пофиг. Так, мини-пека. Вот. Кидаешь принцесску. Блин, он сейчас убьет и принцесску эту. Блин, мог бы кинуть. А, давай-ка. Сейчас пройдет. Ну ладно, чуть-чуть пускай пройдет урон. Ничего страшного. Теперь мега-рыцаря тоже можно кинуть ему. Оставив его. Блять. На всякий случай орду миньонов кинем. Блин, пробивается этот вообще хорошо. Блин, капец. Почему-то у меня не заходит. О. Два раза уже кинул, это хорошо. 1300. Он сейчас может кинуть. Сейчас может кинуть опять. Давайте. Ну, в принципе, у меня тоже пробился. Смотри. Вот. Так, мы пробили, получается, тоже вышечку. На, правую вышечку мы тоже пробили. Только теперь аккуратно надо. Может, он это... А, дайте. Его. Это получается у него мега рыцарь вместе с... Так, тихо. Так, кинем. 9 левелов осталось. Так, пробиваем, вот, вот. Так, у нас есть, мы пробили, изи. Но что-то я бы не сказал, что принцесска, она прям капец как мне зашла. Но все же, мы выиграли по факту. Пускай даже все это тяжело нам далось. И вот так вот я хожу, 150... 250. Дальше не проталкиваюсь, наверное, из-за того, что у меня еще даже 10 левел, ни 11 никак не могу апнуть. Ладно, ребят, на этом все. С вами был Шевили. До новых встреч. Пока.